Я обратил внимание, что ваше интервью 17 прошлого года про, скажем, Монорагу в частности, они все, ну не все, может быть, не все, все, которые мне попадались, были построены по абсолютно тому шаблону, то есть особенно первая часть. Вам задавали примерно одинаковые вопросы, вы примерно одинаково отвечали даже теми же словами. Сначала я подумал, удивился, как вам не надоест, как вы не выходите из себя. А потом я подумал, что, может быть, вы воспринимаете это как еще одно произведение, как вот эти ваши знаменитые повторы, как, например, во второй части моего вашего любимого романа. Вот, собственно, об этом мой первый вопрос, точнее, первые два вопроса. Во-первых, как вам не надоедает говорить одно и то же? А во-вторых, как вы вообще относитесь к интервью? Вот, скажем, известно, что Пелевин интервью не дает и всячески скрывается, а вы даете и не, как бы не смущаетесь этим. Ну, надо же иногда помучиться. И, ну, в принципе, это рутина такая совершенно. Ну, и тут комично то, что, как мне кажется, что писателю по определению вряд ли может что-то объяснить или добавить к написанному, если, конечно, он хороший писатель, потому что есть писатели, которые как раз очень любят этот жанр общения и с журналистами, и с народом. Вот. Но мне кажется, что они не дописывают на бумаге. Наверное, поэтому я и говорю одно и то же. Хотя, в общем, скажу честно, что я стараюсь, так сказать, хоть что-то объяснить, но это очень трудно, в принципе. Но вас не смущает? Что вы здесь бесконечно повторили. Я, собственно, заранее просто таким образом выписываю себе некую индульгенцию, потому что, по всей видимости, я тоже буду повторяться. Ну и я буду повторяться тогда. Договорились.